Мы прилетели с вами в будущее. Вы выросли, получили образование, работаете. И теперь к вам уже обращаются иначе. Это воображаемое путешествие в будущее, в реальном будущем, способно избавить детей от многих проблем. При помощи упражнений мнемотехники у ребят улучшается память, расширяется круг знаний об окружающем мире и словарный запас. А робость и застенчивость остаются в прошлом. Не секрет, что для детей это очень сложная тема, обучить детей связанной речи и рассказыванию. И вот мнемотехника очень помогает в этом. То есть мы в своих занятиях используем мнемодорожки, мнемотаблицы, и обучаем детей рассказыванию. Сегодняшняя наша тема называлась «Это я, это мы». Мы говорили об именах и составляли рассказ на тему «Немного о себе». В детском саду номер 10 «Колобок» занятия по мнемотехнике проходят регулярно. Даже самые младшие легко выдерживают интересные уроки. Само название метода «мнемотехника» пошло от греческого слова «мнемоника». В буквальном переводе – искусство запоминания. Его суть – научиться закладывать в память большие объемы информации. Методов много. Например, запоминать нужные данные с помощью ассоциаций, рифм и созвучных слов. Мнемотехника не имеет возрастных ограничений и рекомендована всем, кто хочет улучшить свою память.